Всем здорова, друзья! Сегодня у нас на обзоре довольно-таки такой, ну, относительно новый казино под названием Кент. И я на нем уже немножечко поиграл. Ну как, довольно-таки немножечко поиграл. Он мне очень даже понравился, мне очень нравится его дизайн, мне в принципе в нем все нравится. Еще я хочу напомнить то, что эти ссылочки я нахожу специально для вас, потому что эти ссылочки, ну, перейдя именно по этой ссылке, которая будет в описании, либо же в закрепленном комментарии, вы получаете для себя очень и очень даже приятные бонусы, о которых мы поговорим чуть позже. Ну и, конечно же, не забывайте лайк, коммент, как вам вообще этот сайт, можете также оставить свое мнение в комментариях, мне будет очень сильно интересно почитать. И давайте я больше затягивать не буду, полетели на сам обзор. Но как мы только зашли на сайт, только зарегистрировались, первое, что мы видим, это, конечно же, то, что нам бросается в глаза, это баннеры. Я бы честно, очень сильно хотел бы вам про них каждый, про каждый рассказать, но, к сожалению, это займет очень много времени самого ролика, а я затягивать сильно не хочу вам, хочу максимально сжато все вкратце быстренько объяснить. Но давайте быстренько пробежимся. Слева у нас такие турниры в основном. Как видите, вот сам первый баннер, на который наткнулся, сейчас проходит турнир на 10 миллионов евро. Огромнейшие призовые. Ну и я вам лично от себя крайне очень сильно рекомендую ознакомиться с абсолютно каждым баннером. Баннеры тут обновляются, ну, обновляются со временем баннера, это естественно. И тут огромнейшее количество турниров, кэшбэков, бонусов, фриспинов, всего-всего, что только можно. Говорю, просто поклацайте, для себя ознакомитесь и сутайте, возможно, небольшую халяву. Ну и, конечно же, просто поучаствовать в каком-то турнире. Допустим, вот турнир 10 миллионов евро, это огромнейшие суммы, 125 миллионов рублей, тоже огромнейшие суммы. И таких турниров тут очень много, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь. Но если вы в первый раз зайдете на сайт, первый раз зарегистрируетесь, для вас, как для новых пользователей этого сайта, которые еще ни разу не депозитили, у вас будут приветственные бонусы. А приветственные бонусы аж до плюс 100% на ваш депозит и плюс 125 фриспинов. Бонусы очень приятные. И опять же таки весь бонус на ваш первый депозит. И давайте я вам покажу, как депозитить на этот сайт. Все очень просто. Вы просто берете свою мышку в руки, наводите на такую выделяющуюся кнопку с общей цветовой гаммы депозит. Такая голубенькая кнопка сверху справа. Нажимаете на нее, и вас уже перебрасывает на данную страницу. И тут вы видите уже все платежные методы, а именно Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, Виза, Мир, Мастеркард, переводы, Сбербанк, СПБ, СПБ, Сбербанк, QR-код, Пиастрикс, Вов, Валит, Биткоин, Эфириум, Литкоин, Трон, Тезер, Тезер. Все очень просто, просто выбирайте удобную вам платежку, также вводите сюда сумму любую. Допустим, если вы депните, давайте условные 10 тысяч рублей, то, естественно, на выходе вы получите 20 тысяч рублей, потому что помним про наш приветственный бонус, ну и также плюс 125 фриспинов. Далее у нас лайв-казино. Лайв-казино — это те игры, где вы делаете свои ставочки, смотря прямую трансляцию. То есть, допустим, вы смотрите трансляцию, где дилер крутит колесо, это все проходит в прямом эфире. Там видите кучу коэффициентов, кучу бонусов. Вы ставите в реальном времени, напомню, вы ставите свои ставочки, дилер в реальном времени прокручивает колесо, и это ни в коем случае не запись, это все очень легко проверяется, так как в большинстве лайв-казино имеется чат, и дилер довольно-таки часто общается с чатиком. Вы можете сами даже написать в этот чат, и если дилер вас заметит, он обязательно ответит на ваше сообщение, ну, если посчитает нужным, естественно, и вы тем самым просто для себя убедитесь, то, что это ни в коем случае не запись. Ну и быстрые игры, думаю, тоже название говорит само за себя, это в основном такие PvE игры, то есть вы играете против сайта по типу Краша, ну и так далее, Плинка, думаю, логика понятна, просто быстрые игры. Ну и последние три вкладки, это у нас поддержка, информация, и тут мы можем понять наш язык. Английский, русский, французский, немецкий и так далее. А информация, толком тут тоже говорить нечего, в основном политика, юрисдикция, все в этой теме, даже сюда лезть не стоит, честно. Если вам интересно, естественно, вы можете прочитать. Я на этом зацикливаться сейчас не буду. Ну и поддержка. Вы можете написать в техподдержку, вам обязательно ответят на ваш вопрос, на все ваши вопросы, помогут со всеми вашими проблемами, которые могут у вас возникнуть. Либо же там вы можете оставить, заполнить анкету и написать им. Ну и также, к сожалению, я сейчас закрываю своей вебкой кнопочку техподдержки. Тут справа снизу у нас находится такая кнопка, где-то вот в этом пространстве, показываю рукой. Нажимаете, и у вас высвечивается такое окошко, где вам нужно просто заполнить свое имя, вашу почту, и у вас откроется далее чат с онлайн техподдержкой, с реальным человеком. Ну и точно так же можете
задать любой вопрос, вам с ним обязательно помогут. И опустив наш взор чуть-чуть пониже, мы увидим те же самые категории. Мы сейчас, допустим, находимся в категории «Все игры». Далее можем перейти в «Избранное», «Последние сыгранные», «Быстрые игры», которые мы уже видели, «Казино», «Лайв-казино», все это мы видели. Но и тут у нас еще открываются такие вкладки, как «Новые», «Популярные», «Слоты», «Покупка бонуса» и «Отыгрыш бонуса». Также, естественно, тут находится поиск. Просто нажав на эту кнопку, вы можете ввести название абсолютно любой игры, и вам сайт ее выдаст. Ну, это уже естественно. Ну и также вы можете настроить фильтры для себя. Вы можете выбрать провайдера, который вас интересует. Допустим, Aviatrix. И у вас выйдут все игры именно от этого провайдера. Ну и также, не выходя из этого окошка, вы можете также настроить категории. Допустим, вы очень любите играть только в популярные игры, давайте, допустим. И вот у вас все популярные игры. Также вы можете выбрать джекпоты популярные. Также вы можете выбрать популярные лайв-казино и джекпоты. Ну и вам все это будет сайт выдавать, естественно. Ну и на этом все, друзья. Спасибо всем огромнейшее за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента, значит, что-то вам понравилось. Может, как-то я вас затянул. Не забывайте оставлять свой комментарий. Не забывайте оставлять лайк. Это будет мне очень приятно. И это огромнейшая поддержка меня. Напоминаю вам то, что все ссылочки вы найдете в описании, либо же в закрепленном комментарии. Можете написать в комментариях, нравится вам это казино или нет. Играли вы на нем или нет. Лично я уже поиграл, оно мне очень сильно зашло, он мне очень сильно выдал. И поэтому я вам его сам лично от себя рекомендую. Ну и, друзья, хочу сказать, не заигрывайтесь, играйте аккуратно. Помните то, что это все лишь развлечение, это не способ заработка. Всем удачи и пока.